biz hamı sevdiğimiz Ansu bugün Maşın Show'da ilk defa. Ansu hanımlar ve canablar, ilk defa. Я счастлива быть здесь. Спасибо, Мурат, что ты меня пригласил. Вы знаете все, как я отношусь к Азербайджану, как я люблю Баку и всех бакинцев. Я спасибо большое. Алсу, ханымлар и жанавлар, бейнамьетте, ильк дефе оларак, впервые обожаемый всем Азербайджаном, любимая нами Алсу, сегодня впервые здесь, с замечательным своим супругом, с Яном Абрамовым, нашим другом, дорогим, которого мы очень любим. Я очень рад, что сегодня все друзья собрались вместе, рядом. Алсу, добрый вечер. Добрый мы вечер. Мы рады тебя видеть. Сегодня 5 участников, известные люди в стране, борются за самый главный приз, автомобиль. Тебе это... Ты знаешь, что такое соревнование, потому что даже вчера, когда мы смотрели Евровижн, не раз было, было напоминание о том, что именно Алсу впервые принесла самую высокую позицию для России, второе место в Евровижн. Мэс Алсуну саэзэндэ. Да, я вчера болела и очень переживаю. Кстати, я, естественно, всегда болею за Россию, но и за Азербайджан. Потому что всегда очень яркие исполнители от Азербайджана. Так что, ребят, так держать. И мы хотим еще раз увидеть победу от вас. Спасибо, Алсу. Спасибо, дорогая. Мен билинам ки Алсу чух мехтуб вахт Азербайджанда олажах. Я еще раз благодарю за то, что даже будучи вот здесь всего несколько дней, я благодарю за то, что ты принял приглашение. Я спасибо, что вы вместе здесь. Дорогие друзья, я думаю, что сегодня будет хорошим подарком, если прозвучит одна песня, которую я, кстати, слышал один из первых, если я не ошибаюсь. Я слышал ее один из первых, и Алсу хотела эту песню посвятить всем нам. Потому что она связана с Азербайджаном. Давайте откровенно. Я думаю, что никому не секрет, что последний клип Алсу в Баку снимаются. Вообще такое, это наше, да? Безим газовозда, да? Алсу безим газовозда. Нашел. Я действительно счастлива, что так многое меня уже связывает с Баку, с Азербайджаном. Я очень полюбила эту землю. Всегда счастлива бывать здесь. Вот, кстати, наш приезд... связан с радостным событием. Мы приехали на свадьбу наших самых близких друзей Орхан Назрин. Я, кстати, поздравляю в прямом эфире молодожен. И хочу сказать, что, конечно, к сожалению, это радостное событие, но совпало с трагическими событиями в Азербайджане. Я не могу об этом не сказать. Я соболезную всем родственникам погибших, невинных людей, деток. Это ужасное событие. И, конечно, хочу сказать, что пожелать всем здоровья, счастья, и чтобы никогда вы больше не видели горя. Только спасибо. Счастья. Спасибо, дорогая. Здоровья. Спасибо, друзья. Пизбеги дивистыми. Bu ilk notları işlirsinizsə, bilin ki, bu Alsu'nun və Yan'ın Azərbaycanın bağlılığından irəli gəlir. Xanımlar, canlar, dami qıspada, впервые в истории Maşın Show, Maşın Show tarixində ilk dəfə Rusiyanın superstarı Alsu öz mahnısını sizə təqdim edir. Alqışlarla! Я оглянулась на взгляд.
потерянный. Слушай, спасибо тебе, дорогая. Спасибо. Я с огромным букетом цветов от наших друзей, от компании Delvace иду к тебе. И здесь подарки, которые компания Идеал подготовила не только для тебя, но и для моих замечательных девочек, наших обожаемых. Михаил, для Софии, пожалуйста, для девочек наших и для мамочки, от компании Идеал. Вот такой небольшой приз и
Спасибо большое. Алсу алгышлаңызды, достар! Спасибо всем. Спасибо, любимый Баку, любимый Азербайджан. Всем участникам, конечно, желаю удачи и терпения. Спасибо. Спасибо, моя родная. Спасибо тебе. Спасибо, дорогая. Это Алсу, это очень-очень любимый мой человек. Давай я помогу. Браво! Алсу! Teşekkür ederim dostlar. Burada bir kömeğiniz olacaksa böyle böyle teşekkür ederim.